Также в магазине «Русский воин» представлены модели электрошокеров. Они делятся на три условные группы. Первое – это классические электрошокеры, всем привычные, которые чаще всего где-то как минимум видели. Есть модели в виде ручных фонариков, то есть внешне похожи на ручной фонарь, не привлекают внимания. Вот. И есть модели, которые визуально уже сделаны в виде небольших дубиночек. То есть можно где-то от собаки там отмахнуться условно. И за счет своей длины она позволяет вам держать большую дистанцию с противником условно. Вот. Но по принципу работы тоже как шокер. То есть можно сдерживать собаку или человека на расстоянии и не подпускать к себе. Вот, то есть можно также выбрать под зависимость от вашей задачи, подобрать под себя, под ваши, как говорится, интересы. Вот, для опугивания собак, для защиты человека, пожалуйста, обращайтесь, подскажем, поможем с выбором.